Айгуль, привет, как дела? Вчера мы с тобой сделали смайл, это больно было? Это было вообще не больно, вообще никаких болезненных ощущений не было. Долго слезилась после операции? Нет, вот слезилась, наверное, только вот лично у меня полчаса, потом я уже лежала, глаза закрыты были, немножко открывала, но такого прям обильного слезотечения не было. И я уже даже вот первые 4 часа уже видела. И, ну, немножко мутновато, но это все прошло, быстро все прошло. Потом... Сегодня сколько строчек прочитала? Все, даже 12. 150 мне сказали. Да, да, молодец. Я была вообще в шоке. Но ты рекомендуешь эту операцию? Да, 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 обязательно. Все, кто хочет, не бойтесь, этого стоит. Я просто... Сегодня качество зрения уже лучше, чем вчера? Да, я вот прям все спокойно, глаза открываю, не слезится, все хорошо вижу, даже вот... То, что там на доме написано, вижу, какой номер дома и улицы. Спасибо большое, спасибо. Плакаться, ну, наверное, нельзя, знаешь, плакать. Да, плакать можно только от радости.